Теперь народ с КС пишет ББ. Блин, а так будут писать народ 60 секунд ББ, и что делать? Скажи, телек для Славы, он в субботу к нему приедет, увидите. Но мы хороший взяли. А что здесь делать? Ай, времени нету, что ли? А, тут надо бегать, что ли? Блядь, так бери. Ебать. А куда противогаз с топором? Алло! Тебе выносить это надо было, на метку вот нашел. Зарк, я знаю! Ты нихуя не знаешь! И заново иди подбирай новое. Отвали нахрен, дай сделаю. Я сейчас, видишь, я что делаю сейчас. Все норм. Че за хуйня? Такими припасами ты там, блядь, на два дня нахуй остаешься и уходишь. Зарк, блядь, я люблю выживание. Я играл во все фэллауты. Я во все играл, пойми, пожалуйста, блядь. Доброе утро. Доброе утро. Сын. А что, все типа? Две банки тушенки чисто, наверное. А, ну да, да, так я просто не понял, я стоял, объяснял вам, что делать. Все, поехали. Изи, все. Просто сразу надо было собираться, я стоял, афкашил. Вадиман гений отмазок, я помню, как я его в FIFA 5. Так а чего, отбивал. Я стоял, просто сидел. Он поднимается по лестнице на второй этаж. Я просто стоял, сидел и все, понимаешь, и говорит, ничего не делал. И идет спать и говорит все, мне, поехали. Уходишь, когда я его отъебал, блядь, и давай, он уходит не, сам. Выпи, а не я выпендривайся, остался. Поехали, все. Это просто пиздец. Дайте я, пацаны, я без обучения смогу. Да, правильно, шахматы. Возьми себе этот бункер. Крис, здорово. Так мы же поздоровались. А, да? Я просто не услышал. Ты со мной поздоровался. Ё, ёмкость или я в ванной? Слушай, ну нас мало, никого не нашел. Хе, ну просто он мне не считается. Кента надо взять, да, еще? Вода и жрачка. Жрачка. Аптеку еблан не взял. Пошел нах. Главное вода, вот. Карты. Фонарик. Карты, чисто косынку разложишь, блядь, потом. Сюда нахрен, боускаут. Все. Как залезть? Чудо! Ну что, Зар? Ты въебал. Побазарь теперь мне. Теперь побазарь мне. Иди там тушенку похавай, супчик. Там дочка еще была у него. Ну и блин, все. Блин, я бы сейчас тушенку похавал. Почти всем тушенку. Удалось добраться до убежища. Почти здесь дочка вообще была не его, типа это от другой жены и можно было не брать. Так что скоро мы начнем придумывать рецепты блюд из консервов. Мы не принесли никакой еды, это могло бы быть и хуже, правда? У нас много воды, что значит, что нам не нужно беспокоиться. Согласен. Время а раздать запас. Слева стоит Диман, слева красненькая на полочке. Что это у тебя лежит? Фонарик. Оп, сейчас водичку. Стой, я водичку раздал. Сейчас не лучшее время и место, чтобы строить планы на будущее. Но мы не можем не думать о том, что мы могли бы сделать в этой ужасной ситуации. Наш дом все еще стоит, или мы должны переехать в какую-нибудь заброшенную дыру, как Торонто? Ну все, норм. Нормально, на диете чисто. День два. На воде, как Кристина. Ну что у нас? Давайте просто на время отложим эти вопросы. Тед говорит, что не нужно нам о нем беспокоиться. Он в полном порядке. Пока что день у Долорес проходит нормально, несмотря на трудные обстоятельства и все проблемы, которые мы преодолевали. Тимми ведет себя очень достойно. А почему они каждый день воду пьют? Они что, охренели? Алло, Дим, ты въебал, у тебя еды нет. Зарк, завались. И аптеки нет. Все норм. Это в отличном состоянии для экспедиции. Долорес прекрасно себя чувствует. Все, гоу на поверхность. Сегодня к нам в дверь постучала группа врачей. Все, как выйти наверх? Чего я въебал, ребят? Как выйти на поверхность?
Мы не верим, что это настоящие врачи, но на всякий случай мы решили по-быстрому от них избавиться, пока они не выставили нам счет за вызов на дом. Тед в порядке, пока что день Долорес проходит нормально. Во, еда появилась, да? Нет, еда не появилась. Рюкзак. Ага, радиация все еще превышает норму, путешествия наружу могут быть опасны. Надо идти, все. Да, в завтрашнюю экспедицию идем. Мы думаем, что взрыва не будет. Все, let's go в экспедицию. Сегодня без воды. Да. Все, точно мы не будем. Ну, нам нету народу, мне Айсу никто не ответил почему-то. Сейчас я посмотрю, Айсу ответил. Уебать, ты вонючий, блядь. Сейчас. Что за голос? Это Крис. Айсу не отвечает, ребят. Ну все, я тогда в заплыв пошла. Давай, хорошо. Ты что, общаться с этим? Все, гоу. А как на поверхность сходить? Ну? Да. На минуточку откроем, ясен хер, блин. Поехали. А чё они... А чё он приукис-то так? Воды, что ли, нету? Надо попить водички, мне кажется. Сейчас получше будет уже. Нет? О, уже получше ему. Братан, как строго? А я не знаю, он, мне кажется, пойдет служить, нет? Мы начали ссориться с Долорес по поводу проветривания убежища пару дней назад. Она очень агрессивная ситуация, может принять непредвиденный оборот. В противном случае нас ждет собственная мини-война. Бум. А что в рюкзак? У меня ничего нет, стоит ли собираться? Отправь пустошь. Ну, хорошо, водички можем немножко дать. Тед с удовольствием и поспал, но если что, он готов. Да, давайте. Надо помириться. Алло, Диман. Да, а чё он такой? Он устал просто. Диман, на рюкзак нажми, чтобы подготовить и... О, у меня макаронки подготовились. Чтобы подготовить их в путешествие. Видишь, рюкзак у тебя снизу. Клацни на него. Стоит ли нам собраться? Вот, все, клацай. Я уже пошел, все. Давай. Ну и все, вот, все четенько. А что забрали? Как узнать, что взяли? Водички надо попить. Уже 7-й день на воде, между прочим. Тед болеет уже слишком долго. Мы должны что-то предпринять. Тед все еще чувствует усталость. Пару дней отдыха, вот что ему нужно. Тед очень слаб. Если он ничего не поест, это может плохо кончиться. Долорес сидит невозмутимым видом, но мы знаем, она умирает с голоду. Да, блять, они все в отдыхе нуждаются. Не время отдыхать. Тимми никогда не был большим поклонником, но теперь суп — это предел его мечтаний. Что делать? А можно скушать как-то Теда? Они отдыхают, когда воду пьют? Во, ну все, сейчас уже посвежел, смотрите. Все, теперь экспедиция сюда. Поехали. А почему экспедиция ничего не приносит? 10 дней, ребята, изи, мэн. А где еда? Типа, почему еда не приносит ничего? Там радиация дней 15 исчезает. Еще 4 дня протянуть надо. Ой. Хуёво ему что-то стало. Вот, зато теперь без балласта. Диман. Да. Сейчас. И все, вот экспедиция нормальная. Он просто Диман тащил. Диман, почему ты не хочешь обучение пройти? Обучение для слабаков, запомни. Тимми необходима еда. Сегодня или никогда. Тимми отдохнул, Тимми заболел. Связаться с другими обитателями. Вот, мне коннект нужен. А нахера они ходят в экспедицию и ничего не приносят? Они не ходят в экспедицию. Тебе нужно пикнуть, кого, кто пойдет. Ну вот ты опять день привел. А где? А Кен съебался? Ага. Молодец. А куда Кентик делся? И что делать теперь?
Все. Блин, ну я понял, как это играется. Ладно, это изи. На какой сложности Фил играл, ребят? Это изи играется. Все. На какой сложности Фил играл? Да? Угу. Короче. Да, все, я Поппи, я все знаю. Я все знаю, все. Я все знаю, смотри. Ой, бля, я выбрал сложность другую. Сейчас. Он на средний играл, мы будем на царь-бомбе играть. Ну ладно, давайте на этой. Нет, давайте еще раз. Не могу, кнопка не нажимается взять. Сейчас. Она не нажимается, потому что... Да я понял, что я средний. Сейчас я сделаю новую. Так... Царь-бомба. Все, поехали. Время пошло, все норм. Сейчас максимально быстро. Ребят, берем еду и жену, больше никто не нужен. Вода. Вода. Аптечка. Вода. А где этот, канализация? Дим. Да. Ради бога, можно я тебе подскажу? Нет. Чуть-чуть? Пожалуйста, нет. Я не могу отсюда. Нет. Поппи, ты отвлекаешь, потому что я сейчас потеряюсь. И мне жену. Где жена? Вот жена. Это не жена, господи. Чё, сюда! Жонку главную взяли. Короче... Всё нормально, Поппи, я сам вывезу. Я сам вывезу, пожалуйста. Я выживал не один раз. Я сейчас выживаю, я один живу. Минус дочь. Одной женщины достаточно в бункере. Есть ружье. Все. Теперь на спокойном, абсолютно на спокойном. Все, кушать пока не надо. Неудивительно, что мы начали спорить из-за всякой ерунды в таком маленьком пространстве. Если мы не прекратим, то может все хорошо будет. Давайте, второй день. Все, найс, они даже свеженько выглядят еще. Все, теперь походик организовывается. Походик. И идет Тимми. Да, а давайте супчика им дадим сейчас, водички. И походик организуем. Все, поехали. И аптечка, да. Юзаем. Хорош. Теперь в походик идем. Кто пойдет наружу? Кента запустим наружу. Что принесет? И где он? А где Кент? Тимми вышел на пустошь. Мы не знаем, что будем делать, если он не вернется. Снаряжение вернется. Вернется. Пока еды нам хватает. Все хорошо. Вернется. Он парень молодой, смелый, сообразительный. А где Тимми? Блять. Если он не придет, уже вода кончается. Где Кент? О, кто-то стучится. Мы открыли дверь. А чё такое? А чё он приуныл-то? О, сюда! Загадочно, парень странный, он дал нам немного банок с супом. Всё! Тимми, если не вернется, воды нет. Где Кент? Тимми просто такой, черт, он походу, мне кажется, он вообще решил свалить. А почему он зачеркнут? Так он умер, что ли?
Мы решили, что справимся с пауками голыми руками, ногами и другими частями тела, если только их удастся использовать в этой борьбе. К сожалению, мы переоценили свои силы. Пауки слишком быстрые. Все наши попытки закончились только усталостью. Может, в следующий раз нам повезет больше. Тед все еще болен. На вид Тед уже одной ногой в могиле. Ему срочно нужна вода. Долорес больше не протянет без воды. Надо покушать. Вихантик, спасибо за рейд! Последний мы стали слышать странные звуки. Интересно, они доносятся снаружи или это что-то проникло в убежище вместе с нами? Может ли такое быть? Мы ничего не нашли. Нам стоит найти какое-нибудь занятие. Где Кент? Бля, ребят, у меня Кент съебался с противогазом. Я как могу эту историю вывести? О! О! Тимми! Сюда! Тимми! Брат! А чего вы приуныли? Он все притащил. Тед все еще болен, Тед утолил жажду. Мы сегодня томатный суп наш лучший друг. Настенные грибы нет. Тимми просто с ног валится, ему нужно пару дней отдохнуть. Тимми необходима еда. Сегодня или никогда. Тимми не очень хорошо себя чувствует. Долорес больше не испытывает жажду. Долорес подцепила какую-то... Блять, вы запарили болезнь. Нихуя, говорит, приуныли, блять. Им пиздец, Диман, ты че? Да в смысле пиздец? Ты посмотри на их ебло. Все, я время раздать запасы. Ну им аптечка нужна, но у меня нет аптечки. Ну блин, они должны на характере. В 12 дней, между прочим, ребят, кто пиздит, что что-то не так, давайте то самое. Блин, мы в какую-то семью зомби превращаемся. Мухи летают уже. Главное то, что нам нужно сделать, это слушать радио, чтобы не пропустить экстренное сообщение. Тед болеет слишком долго, мы должны что-то предпринять. Мы до сих пор ничего не сделали с болезнью Долорес. Тимми приходилось быть теплое идеало, его убьет. А че они все заболели? Ой, блин, ну они у меня... Долорес в последнее время не очень разговорчива. Поговорим с ней, спросим, в чем дело. Так, я предлагаю начать заново, я примерно понял, что делать. Раздобыть радиоприемник. Все, ребят, все, дайте шанс, еще один. Я понял, что делать. Типа не каждый день кушать надо давать, и не каждый... И все, и отправлять, и молодого... Пацана отправлять. И аптечки нужны. Все. Поехали. Новая игра. Диман. Апокалипсис. Поппи, я все знаю. Угу. Как часто их кормить и поить я надо? Я все знаю. Каждый день? Да. Я все знаю. Я все знаю. Хорошо. Сейчас забираем аптечку и воду. Дочка. Сегодня пацан никуда не пойдет. Противогаз. Вода. Что это? Губная гармошка. Где жрачка? А где еда? О! Короче, еда, вода и девочки. Все. Бля, давайте просто хочется начать, чтобы все было. Чтобы все были живы. Короче, давайте тогда, как меня в ОБЖ учили. Сначала спасаем людей, потом забираем все, что нужно. Короче, нам нужно кентиков больше. Поехали. Нужно больше кентиков. Сейчас сразу берем пацана и девку. Все. Раз, два, три. Сюда. 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 Пух, чомп. Вода. Топор. Еда.
противогаз еще нужен. Ну! Да забери! Где противогаз? Похуй. Идем так, чем есть. Все. Ну сейчас на заебок. Сейчас нормально. Сейчас нормально нахавал. Я сейчас четко взял всего. Ружье, да, нормально, нормально, нормально. Все, пошло. Смотрим. Смотрим. Ребят, в апокалипсис у вас не будет второго шанса. С чем есть, понимаете? С чем есть, как говорится. Так, все добрались до убежища секунду до взрыва. Мы еле успели. Главное... Давайте, сколько дней я проживу? Напишите, мне просто интересно. Короче, если я живу 20 дней... если я не проживаю меньше 20... Если я живу меньше 20 дней, я 5 сабок дарю. Потому что вместе живы, не забывайте, консервированный суп очень полезен. Наши полки полны банок супа. Мы будем есть из них. Мы будем спать на них. Мы даже будем разговаривать с консервами. Некоторые из нас уже начали этим заниматься. У нас практически нет воды, нам придется очень экономить. Без проблем. Все. Сейчас пока все хорошо. Все нормально. Поехали. Второй день. День два. Ну, чуть подзарос, все нормально. Все счастливы. Пока все хорошо. Сладкие воспоминания. Мы должны быть ко встрече с суровой реальностью. Тед говорит, что не нужно о нем беспокоиться, он в полном порядке. В каких условиях каждый спокойный день на вес золота? Сегодня с Мэри Джей не произошло ничего нового. Долорес выглядит довольно-таки неплохо. Отсутствие новостей – хорошая новость. У Тимми абсолютно ничего нового. Так, есть пока не очень. Хотят, пока не будем. Наш город все еще сильно загрязнен. Путешествия сейчас опасны. Но мы можем отправить одного челика. А, нет, собираться... Это очень странно. Может, кто-то должен спросить, как у нее дела? Да. Давай спросим, как у нее дела. День третий. Так. Ну, пока все хорошо. Нет лучшего способа решить проблему, чем поговорить о ней по душам за чашечкой чая. Ну, где же вода? Когда ты так сильно в ней нуждается? Мэри Джейн хочет пить. На свете есть только одна вещь, которая нужна Долорес. Вода. Тимми был счастлив получить немного воды. Все, окей, вода. Окей. Водичку берем вам, ребят. Теперь экспедиция. Пойдет Кент. Он самый молодой, самый крепкий. Если что, вылечим. Что взять в экспедицию? Аптечку? Не, ничего не надо. О, топор! Ладно, давайте мужик пойдет. Типа, батя пойдет. Все. Че, воду не давать хотите сказать? Рано, типа. Все, Кент идет. Ну, лучше пацана, если батя еще вытянуть может. Все. Не надо топор. Почему не надо топор? Ай, ребят, можно я буду выживать? Ну, серьезно, в смысле не надо топор? Топор нормальная тема. Все, Кент берет топор и уходит в экспедицию. Все, Тимми, съебался на улице. Да он вернется, все нормально. Тимми вышел на пустошь. Мы не знаем, что будем делать, если он не вернется. На вид Тед уже одной ногой в могиле. Ему срочно нужна вода. Мэри Джейн постоянно теряет сознание. Нужно попить. Все, окей, водичка. Пьем водичку. Убийство не тишина. Нам становится очень скучно, как в каждой образцовой счастливой семье. Надо абсолютно... Нам не о чем говорить. Есть что-нибудь, чем мы можем себя занять? Не о чем пока себя занимать. Все нормально, ребят. Водичка есть. Все, уже получше, уже получше. Вообще ничего, может, если ну, мы услышим разговоры людей из соседнего убежища. Тед больше не хочет пить, Тед устал. Мэри Джейн больше не хочет пить, устала. Долорес больше не испытывает жажду. Долорес сильно устала. А как отдыхать? А как отдыхать? Которые больше... Они утверждают, что представляют полевой госпиталь, приезжающий с места на место, в котором они помогают... Но у них появилась проблема, какой-то чудовищный мутант съел все лекарства. Они спрашивают, есть ли у нас лишняя перекись водорода. Нет у нас воды. Ну так откуда я возьму шахматы? Откуда я возьму шахматы? Все. Все. Сейчас пожрать надо будет на шестой день. Все, вот. Мы не верим, что врачи, но на всякий случай решили по-быстрому от них избавиться, пока они не выставили счет. Тед все еще чувствует усталость. Пару дней отдыха, вот что ему нужно. Все время хочет спать. У нее ни на что нет сил. А, так они жрать хотят. Все.
Нам показалось, будто что-то пристально смотрит на нас из-за угла. Мы думаем, что это крыса. По крайней мере, выглядит как крыса. Крыса, у которой нет проблем с пропитанием. Мы должны что-то с ней сделать, пока она ничего не сделала с нами. Ну, блядь, извините, если что, пускай девочку ест. Все, я поел, уже лучше должно быть. Уже лучше. Супчик. Пока мы оглядываемся по сторонам и искали что-нибудь, чтобы раздавить противного грызуна, он просто исчез вместе с одной банкой. Алло! У нас крыса еду сперла. Проскользнула в одну... Тед все еще чувствует усталость. Ему нужно еще немного времени, чтобы восстановить силы. Без воды Тед умрет. Когда Мэри Джейн устает, она становится раздражительной. Ей лучше пару дней. Блин, ну Теду вода нужна. А как? Нет. Теду вода нужна, да? Как поделиться впечатлением единственной книги, которую мы прочитали телефоны? Как наш разговор прервал стук в дверь? Как оказалось, это была группа выживших, которые, как и мы, уцелели. Им жилось куда хуже, чем нам, и они умоляли поделиться с ними водой, едой и медикаментами. Нет, у нас ничего. Совсем, что ли, с ума сошли? Отлично. Было видно, что отказ нашим гостям не понравился. По их уставшим глазам было понятно, как сильно они нуждаются в помощи. Но больше унижаться они не стали и, склонив головы, ушли в неизвестном направлении. Может, в другой раз им повезет больше. Может быть. Тед все еще не восстановил силы. Тед больше не хочет пить. Похоже, Мэри Джейн все время хочет спать. У нее ни на что нет сил. Мэри Джейн постоянно теряет сознание. Нам нужно дать ей что-нибудь попить. Мэри Джейн — это вот это, да? Мэри Джейн пьет. Откуда взялась эта зеленая лужа? Капец, из трубы течет зеленая слизь. Это не сулит ничего хорошего. Мы должны как-то от нее избавиться. Но, конечно, никто не прихватил швабру. И что будем делать? Журнал Бойскаут. Мэри Джейн — это другая? Это вот это, да? Хорошо. Проблема решена. Нет утечки, нет беспорядка. Наше уютное жилье снова чистенькое. Тед все еще чувствует сильную усталость. Ему нужно еще немного времени, чтобы восстановить силы. Мэри Джейн постоянно теряет сознание. Нам нужно дать что-нибудь попить. Срочно. Ну, сейчас ты попьешь, малыш. Все нормально. Нужно просто выспаться. Все, поехали. Пускай попьет водица. Оу, щитмен. Здорово, Кент. Че принес? О боже, под нами что-то или кто-то есть. Единственным разумным вариантом нам кажется пойти проверить, что нам. Может, спустимся через тот люк в углу? Что принес-то? А что он принес? Что ты принес? Стоп. Он топор проебал? А, да? Мы так боялись за Тимми, но все же он вернулся с пустоши. Теперь в безопасности. Нам нравилась наша улица, особенно во время праздников. Все собиралось для того, было очень весело, но похоже, что в ближайшее время будут праздники. По крайней мере, в следующие лет 100. У нас появилась идея. Может, все-таки найдет что-нибудь полезное среди обломков? Мы нашли холодильник посреди соседской. Что мы сейчас делать будем? Ну, давайте проверим. Фонариком посмотрим. Ой. Ну, все, норм. Черт, мы были на волоске от смерти. Там был огромный крокодил-мутант или аллигатор, или что-то другое с гигантской пастью и кучей зубов. Тед все еще чувствует усталость. Пара дней отдыха, вот что ему нужно. Мне нужно собрать экспедицию. Когда Тед голоден, у него урчит живот. Ему срочно нужна вода. Тед — это кто? Это Кент? Тед — это вот это, да? Долорес не ела некоторое время. Долорес все еще чувствует усталость, похоже, не может как выспаться. Долорес не может долго оставаться без воды. Так. Все, короче, пацанчик пьет у нас, все красиво. Трудно не унывать. А, Тед — это батя. Кай, батя жрать должен. Батя в семье главный. Вы смотрите время-то? 12-й день. Сюда нахрен.
Сколько я сказал, 20 дней дожить, а мне похер, я буду только одного кормить и поить воду. А что у него с рукой? Ушиб, жажда, голод. О! Все, я кента отправляю. Аптечка, бойскаут, патроны, фонарь. Фонарь пускай берет. Все. Пошел. Все, кент ушел, нормально. Нормально. Он придет, сейчас точно притаранит что-то. Кент отправился на поверхность. Мы надеемся, что он вернется в ближайшее время. Мэри Джейн очень голодна. Мы не можем просто игнорировать раны Мэри. Окей, Мэри покушает. Мэри Джейн постоянно теряет сознание. Нам нужно дать что-нибудь попить. Да, господи, а что это такая? Долорес больше не протянет без воды. У Долорес почти не осталось сил. Все нормально, погнали. Тимми, необходима еда сегодня или никогда? Тимми, блин, братан, а что тебе? Все, идем. Аптечку? А если чел вернется сраный? Ничего страшного, у меня два... А, где Кент? Главное, что нам нужно делать, это слушать радио, чтобы не пропустить экстренное сообщение, которое могут передавать. Ну или бродить по улице в надежде то, что нас эвакуируют. Первый вариант звучит как-то разумней. Диета Мэри Джейн позволяет немного поесть. Нам понадобится немного времени, чтобы вылечить раны Мэри Джейн. Мэри Джейн больше не хочет пить. У Долорес почти не осталось сил, если она сегодня не поест, то не доживет до утра. Долорес, кушай! Долорес больше не испытывает жажду. А где, если бы кто-то нам сказал, что мы увидим танцующего таракана, мы бы не поверили, правда? Так, это мы сюда. А где Кент? Раздобыть радиоприемник. А где Кент? Почему он зачеркнут? Недостаток воды свел Тимми с ума. Он открыл дверь убежища и убежал без оглядки. Ну, дело его, он свободен, человек взрослый. Это его трабл. Погнали. 15-й день, ребята, 15-й день! Сейчас должен вернуться уже вот-вот, со дня на день, Кентик. Можно сказать, что нам удалось увернуться от пули. Правда, в этот раз пуля была огромная, волосатая. Волосатая пуля. Восьми лапками светящейся головы. Надеемся, наши пути разошлись навсегда. Мэри Джейн очень голодна. Мы не можем просто игнорировать раны Мэри. Долорес почти не осталось сил. Ну блин, ну что, придется ее лечить, что ли? Ну окей. Долорес почти не осталось сил, если она сегодня не поест. Долорес, я ж тебе дал еду. Короче, я всех накормлю, чтобы все нормально было. Все. Кто же пойдет наружу? Наружу пойдет... Все, телефон. Какой сапки? 16 дней, чел. 4 дня я по-любому проживу. Сейчас еще Кент вернется со всеми делами. С тех пор, как мы попали в это убежище, мы все время были заняты. Нам еще многое предстоит. Подстричь кустарники. Да, самое время подстричь. Так. Когда мы подняли трубку, то услышали вздох облегчения. Человек представился уцелевшим из соседнего городка. Мы только начали разговор, как вдруг связь оборвалась. Что-то, наверное, испортилось на линии. Мэри Джейн больше не голодна, у нас еще есть вода. Мэри Джейн спрашивает об этом с самого утра. Давайте водички всем дадим. Где-нибудь точно осталась вода. Долорес должна ее получить. Долорес должна что-нибудь съесть. Ну, пока двое, типа, легко можно кушать. А все, они вообще бодрячком у меня, смотрите. Ничего не нужно, голод. Сейчас поест только и все. Все, изи. Планировать заранее тоже хорошо, но сейчас мы должны больше думать о распределении воды. Долорес не ела некоторое время, Долорес больше не испытывает жажду. Мэри Джейн больше не хочет пить. Все, красиво. Туда. 2 дня осталось. О, ну здорово. Че принес? Вода! Я вам воды... К нам пришла женщина с животными, которого она называет верблюдом. 5 ногами. У животного на горбу висел мешок с разными вещами. Я вам 2 воды, вы мне аптечку. Вы мне воду, я вам патроны. Я вам воду, вы мне шахматы. Блин, у меня ничего нету. Вы мне воду, я вам патроны. А зачем мне патроны? Иди-ка нахер.
дождаться дальнейших указаний. Ну все, а чего? Тед вернулся из путешествия. Принес воду. Мы подумаем, что станция, а что с ним вообще? В чем такой вялый сидит? Голод, усталость, болеет. Блять, ну а что ты заболел-то? Голод, усталость. Погнали. А как я его вылечу? Чем? Голод, усталость. У него урчит живот. Тед все еще болен. Ну окей, Теда кормим. Тед все еще чувствует усталость. Найти что-то попить для Мэри Джейн звучит неплохо. Все пускай пьют. Долорес просто хочет немного воды. Всё. Никто в поход не хочет? Вроде никто не хочет. В шарады надо поиграть. Найс. Сюда. 20 дней. 20 дней, гайс. О, у меня есть спрей от насекомых. А как его заюзать? О, плюс аптечка появилась. Долорес не стала терять время зря. Тренировка по правописанию тут же сменилась повторением таблицы умножения. Затем небольшой лекции по физике. Кратким курсом по ремонту предметов. Хотя Мэри Джейн стала похожа на житель лимон. От обучения она пошла на пользу нашему бункеру. Плюс одна аптечка. Тед голоден, Тед болен. Теду аптечка и Теду еда. А с едой это что-то? Всё. Ну-ка. Красава. Смотрите, он выжил. Главное, что нам нужно делать это, слушать радио. Тед все еще чувствует усталость, пару дней отдыха. Тед больше не голоден, Тед выглядит довольно здоровым. Тед долго не протянет без воды. Так. Наше терпение исходим, потому что плохой идеей будет выглянуть наружу. Мы уже собирались выходить, как вдруг в темноте мелькнули звериные глаза, и мы слышали рычание. У нас было несколько мгновений, чтобы решить, что делать. Насекомых. А надо 100 дней прожить? Сюда. С помощью спрея против насекомых можно легко избавиться не только от комаров, но и от притаившихся существ. Больше оно нас не беспокоило. Тед чувствует усталость. Пару дней отдыха, вот что ему нужно. Блин, как собрать экспедицию? Все, собираем экспедицию. Похоже, Мэри Джейн все время хочет спать. У нее нет что. Мэри Джейн, чтобы дали воды. Мэри Джейн воды хочет, да? Ну, попейте, малыши, попейте. Все попейте и все. Воды много не будет больше. Долорес что-нибудь... Ну, блядь, Долорес, еды нету. Хотя она в поход идет. Ладно, ей надо пожрать и подать, и все. И в экспедицию собираем. Все. Поехали. Двадцать третий день. Долорес, сюда. Фонариком. Ну нету еды, ну нету еды. Все, вся надежда на Долорес. Пожалуйста, вернись. Все, она ушла. Пожалуйста, вернись. У нас есть вода, это главное. Есть вода. Я вам воду, вы мне карты. Я вам это, вы мне... Я вам воду, вы мне дихлофос. Да. Я вам две воды, вы мне журнал. Да. Что по воде? Сюда. Пьем. Хочется пить. Кто же пойдет наружу? Кентуха пускай идет. Спасибо. Осуждаю. Молодой человек пришел с группой других уцелевших. Они все были вооружены, но встретили нас по-дружески. Мы нашли девушку, бросили ей оружие и вместе отбились от бандитов, охраняющих выход из лагеря. О, там еда подъехала или что? Как оказалось, лидер бандитов — это их отец. Как тесен и безумен мир, в котором нам пришлось жить. Как бы то ни было, они были нам очень благодарны, обещая в скором времени выйти с нами на связь. У нас осталось мало еды, Тед голоден, Тед больше не хочет пить. Когда мы открыли дверь бункера, чтобы проветрить убежище с радиоактивным воздухом, то нашли на пороге небольшой чемодан. Вокруг пусто, и на чемодане нет никакой записки. Посмотрим, что внутри. Ясен хер. Погнали. Мы ждем, мы сейчас... Я читаю чат, ребята, я все вижу. Мы ждем сейчас возвращения Долорес. Она наше спасение. Просто... Что мы взяли? Плюс карты.
красных роз и хотя бы коробку бельгийского шоколада, но нельзя получить все сразу, этими предметами мы тоже найдем применение. Плюс колода карт. У нас осталось мало еды, Тед голоден. Мэри Джейн умирает с голоду, нужно дать ей поесть, иначе... Иначе случится самое страшное, даже не хочу в мыслях, в голове прокручивать, что я могу лишиться дочери. И, возможно, мы уже лишились жены, но, надеюсь, она вернется. Можно дальше сесть, сложа руки в этом крошечном бункере, а можно начать думать о том, как выбраться. С другой стороны, может, есть кто-то, кто готов это помочь. Нужно быть начеку. Хорошо. Ребята, 30 дней почти сюда! Весь февраль прожили! Просто на легком. Да нету еды! Без воды Тед умрет. Теду воду найду. И Мэри Джейн на воде, ребята, на воде. Тяжелая жизнь в бункере, дает все знать. Тед совсем плохо. Что ты плохо-то? Что за журчание? Почему стена такая мокрая? Нас что-то затопили соседи? У нас нет спасательных жилетов и лодки нет. Она... Карту. Мы должны предпринять. Спасаем запасы. Картами спасаем. Так быстро время летит, ребят. Как в реальной жизни. Так. Ой, где она? Выживание и покер — две главные вещи в нашей жизни. Некоторое время уровень воды упал, но повреждения остались серьезные. Нам придется что-то с этим делать. Тед очень слаб. Если сегодня он ничего не поест, то это может плохо кончиться. Тед больше не хочет пить. Мэри Джейн умирает с голоду. Да нету еды, нету! Увы, в таком убежище много не поэтому. Мы подумали, а почему бы нам немного не поиграть? Ведь игры... День 30. Вернись, пожалуйста, любимая! Истощение, голодание. В смысле истощение? Мы играли в «Правда или действие», прям как в стримхаусе. Самым частым вопросом, собираемся ли мы что-то, кроме томатного супа. На этом мы решили закончить игру. Тед очень слаб, ему нужно кушать. Ну нету еды, нету! Так, как какие-то крысы очень страшны, все. Пожалуйста, нужно крыс сожрать тогда, я не знаю. Вернись! Мать, за пивом... Сюда! Сюда! Жрачку принесла? Сука! Ну... Бля... Ай, да... Зато воды до хрена. Ну а что я могу делать? Мне нужно только ждать, экспедиции собирать. Поехали. Дочь, она только хавает, по факту. А где дочь? А, она еще и фонарик разъебала. У Долорес почти не осталось сил, она явно вымотана. Когда Мэри Джейн узнала, что мы собираемся тратить на нее еду, она настолько вскипела от злости, что по ее взгляду было понятно, она готова убить. Она ушла, не сказав ни слова. Нам кажется, что ее ждет перспективная карьера разбойницы. И она может есть столько супа, сколько захочет. Все, он уходит, отлично. С чемоданом иди. Поехали. Все, ждем. Теперь на характере, ребят, вывозим. Просто вывозим на характер. И ждем. Ну, нечего есть. Чем я тебя накормлю? Он, если что, больше не принесет. Ну, короче, с чемоданом можно жрачку схавать. Пожалуйста, вернись быстрее. Жена помирает. Долорес, давай. Водички. Блин, я сколько уже прожил? 36 дней, алло! Сейчас он еду принесет. Сегодня утром в дверь постучался музыкант. Да, на, музыканту. Мы будем раздавать всем воду, кто-то из них принесет еду. Сюда! Что посеешь, что и познешь. Сюда!
Найс. Да все нормально, живы. Ружье есть, карта есть. Смотрите, а что карта дает? Они предлагают замок за колоду карт. А зачем замок нужен? Все, она поела, но она больна только. Слишком мы должны что-то предпринять. Сильную усталость. Нужно немного времени. Ну, блин, пожалуйста, выздоровите, ребят, пожалуйста. Вот сюда пойдем. Замок плюс карты. Сюда. Что-то есть выгодное? Во имя свободы откройте. Услышали крик сна. Мы не были уверены, что это представитель свободы. Нам показалось, что их несколько, они вооружены. Те, кто представляется таким образом, наверняка собираются кого-то убить во имя. У нас нет шанса. У нас нет варианта другого. Мы вынуждены открыть. Вынуждены, потому что мы заложники этой ситуации. Возможно, нам помогут. Да? Они спрашивали, видели вражеских солдат? Да, сюда! Красиво! Группа старшеклассников. Отлично! И кушать никто не хочет? А, кушать хотят, да? Все, собираем экспедицию. Тоже пойдет наружу. Все. Нормально, нормально, ребят. На зубах вытаскиваем. 41-й день. Это, напоминаю, максимальная сложность. На секундочку. Все, отправляемся. С картой. Поехали. Давай. Ты играла на легком уровне сложности, Поппи? Я играю на самом хардкоре. И прожил уже 42 дня. Просто не имея ничего. Ждем Долорес. Поппи, ты играла на среднем? 100%, я уверен. Ты бы на максималке 20 дней справилась. Здесь очень сложно, правда. Все, тупо ждем Долорес сейчас. Он хочет жрать еще до сих пор? Да сколько же жрать-то можно? Все, ждем. Ждем. Все, пожалуйста, вернись, вернись. Жена, не уходи. 45-й день. Пожалуйста, вернись. Сюда! Боевая готовность. Снаружи стоят какие-то люди, они не пришли с дружеским визитом. Точнее, они пообещали кровавую расправу за последнее. Оружие, ружье берем. Ребята, гений случайности, гений лака. Запомните это. Оп, мы не думаем, что вернется с поверхности. Блять, один на зубах вытащу. 47-й день. Живи, Тедди, живи! Живи, Тедди! Воды нет, но ты идешь в экспедицию, дружище. В экспедицию идешь. Все, ушел. Идем. На пару дней живы, короче. И? Что? 54 дня, на нахрен. Пет отправился на бред, мы надеемся, что он вернется в ближайшее время. 54 дня. Ликс на связи, просто, но без еды, без воды. Какая разница, что я проиграл, я просто вытащил на мотивации, на безумной мотивации, 54 дня. Я могу еще раз залететь. Ну, это изи уже будет. В смысле нахер так играть? Сколько дней я сейчас проживу? Я изи прожил. Я могу сейчас забрать просто все, что нужно. В смысле, какой... Не, какие сапки? Я 20 дней, я 54 дня прожил. Да не, легкое неинтересно. Показываю. Поехали. Сейчас берем кента и все, и девочку. Всю семью не берем. Вся семья большая. У нас очень большая семья, такая не нужна.
Берем кента. Берем дочку. Берем это. Берем это. Берем это. Берем это. Ебать, сейчас у меня будет жесть вообще. А почему вы не берете свою жену Дину в убежище, но берете Папи Бэл и Квикхантика? Чудо! Объясните, пожалуйста, поподробнее, что и куда. Сейчас вообще на королевских буду жить, просто на королевских. Алиса, смотри, просто смотри. Никакой Дины в бункере, ах, ребят. Вот оно в чем Дина дело. Сейчас в бункере не сможет прожить, у нее палец сломан. Никак, без вариантов вообще. У меня просто дохера всего, смотрите. Ой, вообще можно не париться просто. Сколько дней? Сколько дней? А что 192? Что 192? А, дня? Все добрались до убежища. Наши полки полны банок с супом. Мы будем есть из них, мы будем спать на них, мы даже будем разговаривать. У нас много воды, это значит, нам не нужно беспокоиться. Самое переполненное припасами убежище. Да, конечно, приполнено. Кто все организовывал? Батя. Корми аккуратно. Да, да, я вообще буду не всех кормить. Скорее всего, девочка не будет есть вообще. Так. Что у нас здесь? Сегодня в дверь постучала группа врачей и спросила, Дима. Если... Да. Дима. Да. Кэс. Привет. Слушай, я, наверное, не успею, но вот я сейчас доиграю эту игру, если что, я напишу, окей? Я тут играю соло 60 дней. А я не в КС играю, я в 60 дней играю. Ну ладно, давай, хорошего стрима, пока. Давай, спасибо. Хуеплет, ничего никто не выключит, понятно? Мне на секунду не усомнились. Правдивости слов, у них даже есть белые халаты. Ну, я им воду могу дать, у меня дохера воды. Время раздать запасы. Типа, сладкие воспоминания, Тед в порядке, Мэри Джейн ничего не беспокоит. Ну, все четко, все красиво. Собираем, да, категорию. То есть категорию собираем это. Путевку. Поехали. Дам воду. У меня дохера воды, ребят. Это Айсу была, да. Воды дохера вообще, даже не парюсь. Серьезно. Так. Мы дали им бутылку воды, пожелали счастливого пути. Удачи со штанами. Ну где же вода, когда Тед так сильно в ней нуждается? Мэри Джейн хочет пить иногда. Ну что, попить? Мэри Джейн, это кто? Это девочка, да? Мэри Джейн хочет пить. И Тед хочет пить. Тед, это Кентик, да? Долорес необходимо иногда пить. И Долорес. А что все хотят пить? А, Тед, это этот, да? Скай терпит? Ну ладно. Кто же пойдет наружу? Ну, батя идет наружу. С ружьем, может быть? Пускай с ружьем, он пока свежий, он точно его не проебет. Все, батя ушел, красиво. Так, батя ушел. Короче, снаряжение. Долорес больше не испытывает жажду, не хочет пить, нужно дать ему попить. Тимми в ужасном состоянии. Тимми, ну потерпи, братан. Так, смотрите, мы не можем, да, экспедицию собрать. Патронов нет? Блин, ну прикладом можно работать, ребят. Ситуации разные бывают в жизни. О, кто-то стучится в дверь. Сегодня мы поиграли в прятки в течение 10 секунд. И то только из-за того, что в бункере на миг погас свет. Тимми в ужасном состоянии. Нужно дать ему попить сейчас же, окей. Мэри Джейн чувствует себя в безопасности. А кто бы не чувствовал в этой каморке? Если бы удалось разобрать что-то новое, мы бы уже об этом написали. Отлично. Ну все, окей. Блин, ну у нас все хорошо, у нас шашки есть, еда есть, вода есть, это очень круто. И метаквик. Кстати, еды... Ну, еды у нас вообще до хрена. Мэри Джейн
умоляет, чтобы ей дали воды. Долорес необходимо пить. Тимми больше не хочет пить. Тимми голоден. Тимми может... Да можно всем им еду, да. Хотя не обязательно всем еду. Так. Мэри Джейн умоляет, чтобы ей дали воды. Окей. Долорес необходима иногда вода. Но это иногда это не значит, что сейчас. Поехали. Иван, как Слава Войт рассказывал, конечно. Так, у нас есть еды много, чуть меньше воды, журнал бойскаута, аптечка, неиспользованная Икенти, который должен вернуться. Меньше знаешь, крепче спишь. Еще денек без малейшего понятия о том, что происходит на поверхности. Долорес должна что-нибудь съесть. Не протянет без воды. Окей, Долор, а я же едал еду уже. Мэри Джейн больше не хочет пить. И Долорес вода нужна, окей. Тимми больше не голоден. Все, хорошо, все нормально. Блин, надеюсь, Кент вернется, что-то привезет бате семьи. Ну, он батя, он кормилец, он мамонт. Он, не знаю, он тот, кто ходит за мамонтом. Жажда, голод, голод. А, ну окей, можно и так сделать. У Кента жажда, голод, голод. Окей. Все, поговорим, пошли. Он умеет играть? Чел, я продолжил до 54 дней сейчас. Все! Ууу, щит, мэн! Сюда! Ебать! Ну все, пацаны, вообще кайфуем. Хера он там принес? Даже несколько хороших слов достаточно, чтобы понять, кому-то настроение. Тимми чувствует себя намного лучше. Ты отвернулся в путешествие на поверхность целости и сохранности. Сходить в супермаркет уж не так-то просто, как раньше. Теперь, когда бандиты сделали свою базу для подготовки к налетам. В принципе, группировка не такая уж и большая, так что мы решили прокрасться в их логово и поискать припасы. Нам показалось неплохой идеей. Благополучно по сравнению с негодяев несколько банок супа плюс 4. Нам удалось попасть только в помещение для персонала. Бесплатная вода плюс 6. Плюс радио, валяющийся на земле фонарик может стать причиной вашей смерти. Еще чуть мы... Блин. А, ну и минус ружье. Да ну и нахрен это ружье. Нахрен это ружье. Охренеть. Батя просто... Тимми, голод, жажда, усталость, голодание, Долорес. Голод и голод, да? Голод, жажда. Окей, мы сейчас тогда этой даем голод, жажда. А этот голодание, да, у него? Усталость, голодание, да. Он не болеет же? Ему не нужно, да, он просто устал. Все! Ну и вот здесь. Играть в пятнашки. Разрешим, да, погнали. Блин, ребят. Нам вообще так подфартило. Я говорю, какая-то гениальная случайность. Нам просто жестко везет. Еще и плюс еда. Дети в восторге. Нам было очень приятно смотреть, как они играют. Мэри Джейн толкнула Тимми. Он упал лицом на полную банку супа, которую никто не заметил в углу за пустыми бутылками. Еще плюс еда. Тед все еще чувствует усталость. Пару дней отдыха нужна. Экспедиция будет собираться, естественно. Кто пойдет наружу? Ну, пацана отправим. Во, вообще все крутые. Обезвоживание. Это значит, ей вода нужна, да? Да, Долорес, нужна вода. Дали воду. Тимми предпочитает яблочный сок. Тимми, а ты не охуел ли часом? Так, надеюсь, перед когда Тед голоден, у него лучше живот. Тед все еще не установил. Срочно нужна вода Теду, да? Тед, это кто? Это вот это, да? Ну все, окей. А что она с собой возьмет? Фонарик. Отправим тетеньку. Пожалуйста, наводи на них и смотри состояние. Корми, дает только когда красным станет. Хорошо. Ну все, пока все оранжевое. Все можно не кормить. Голодание равно кормить. Голод равно не кормить. Диман, что такое можно подарить 8 марта, чтобы оно запоминалось на долгие годы? Но только что-то не венерологическое, дружище. Это я так тебе могу сказать. Да не знаю, ну подари... Даже не знаю, что сказать. Честно, подарки это такое. Подари... Нужно же знать, что человеку еще нужно. Знаешь, от человека сказать. Может, ты же знаешь, да, кому ты даришь?
И у тебя есть понимание, что человеку прям необходимо в данный момент. Можно из этого исходить. Очень тяжело. Но точно не шампунь. Когда ты голоден, ну так, снаряжение, фонарик. Так, все, раздавать запасы, нам это не нужно. Мэри Джейн дергает брата за волосы и обзывает его радиоактивной какашкой. Тимми скрипом, козявка. Ну что за дурдом, неизвестно из-за чего весь сыр-бор. Однако кто-то из детей явно прав. Наверное, кто именно. Ну, естественно, Тимми прав будет. Так, все, они все могут. Нормально, все, погнали. Сейчас еще жонка вернется. Я уверен, она сейчас притащит пулемет какой-нибудь шестиствольный, смотрите. Блин, мы сейчас столько дней будем жить, у нас все просто есть. Просто все есть. Плюс топор. Вы наказаны, юная леди. По крайней мере, до следующего, блядь. Когда Тед голоден, у него урчит живот. Нужно дать ему попить сейчас же. Кому сейчас же попить? Да нет, они же не красные еще. Зачем им попить давать? Не существует подходящее время, чтобы шататься по зараженным радиопустошам. Но кажется, в этом новом мире много других вариантов нет. Мы подумаем, что чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Запланируем небольшую вылазку. Неизвестно, зарычало нас в темноте. Да, сюда, изи. Все, поехали. А где Кент? Что? Блять! А нахрен вы говорили? Обезвоживание, да, жажда не... Я получается, наказан до следующей экспедиции, как дела Кентик старый. О! Кто это? Блять. Ну, похер. Пацан особо там это, скажем так. Короче, я их кормлю вот так вот. От греха подальше. Все норм. Не стоит вскрывать эту тему, поверьте мне. Все, голод. Ну только голод есть небольшой. Еды хватает, все, еще поесть можно. Вы так. На диете, что ли? Мы связались с ними, армия близко, она спасет нас. Все, что нужно делать, это сохранять спокойствие. Помощь уже в пути, нам остается... Что? Блять, господи, я эту игру первый раз играю, уже выиграл. Дождаться военных. Поехали. О, господи, что она притащила? Так, пострадал. Мы рады снова видеть Долорес. Просто пострадал не только наш дом. Взрыв уничтожил почти весь район. Группа детей играла в войнушку у ближайших развалинах. У них было много настоящих пистолетов, патронов. Похвально, что дети извлекают пользу. Плюс патроны. Не везет, так не везет. Наш фонарик перестал работать. Все, есть патроны, отлично. Мэри Джейн... Ну, блин, на самом деле она могла бы и не идти. Кто-то постучался, мы все насторожились. Но потом быстро поняли, что за дверью стоит группа пожилых дам, которые спокойненько попивали чаек, когда произошел взрыв. Мы подумали, что разговаривать через дверь было бы невежливо, открыли им. И тогда они набросят нас со своими тростями, зонтиками, кто знает чем еще. Мы должны дать отпор топором. Хорош. Хорош. Минус топор. Почему? Парочка взмахов топором, эти трусы убежали. Минус бабушки получается. Долорес все еще чувствует усталость и, похоже, не может как следует выспаться. Долорес долго не протянет без воды. Вода вообще для всех есть, чисто. Вот я хочу всех накормить и все, чтобы они отъебались, реально. И в экспедицию идем. Все. У меня очень много. Сейчас военные придут и спасут нас. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не болей. Тед больше... Тед подхватил какую-то инфекцию. Ну, давайте девочку отправим. С чем только вопрос. Да иди с пустыми руками. Что найдешь, что принесешь. Молодец будешь. Не корона, бро. Точно не корона, бро. Все, норм, выздоровели. Блин, как же хорошо. Мэри Джейн вышла наружу. Да, давайте надеяться, что она скоро вернется. Долорес должна что-нибудь съесть. Тед выглядит довольно здоровым. Все, норм, норм, норм. Прошло немало времени с тех пор, как мы принимали душ. Запах, царящий в нашем убежище, оставляет желать лучшего. Мы думали о том, как помыться. Жаль, что мыло с собой не захватили. Но может получится его сделать? Ну, сделать его вряд ли получится из патронов. А-а-а!
Пожалуйста, нужна аптечка, бля. Просто жрите и, главное, живите, пожалуйста. Блядь, там армия уже должна прийти, мне нужна аптечка. Это что? Пожалуйста, просто живите. Корми 4 дня подряд? А, не вылечится? Окей. Могу себе позволить. Да, им лучше, кстати, становится, по-моему, нет? Я всем буду, все. Все, вот так вот сделаем. Вас третий день. Пожалуйста, военный, когда вы приедете? О, загадочный мешок. Аптечка. Плиз. Ты что-нибудь принесла, подруга? Ты что-нибудь принесла? Нахуй ты ходила? Что ты принесла? И что не могло сделать нас счастливее, чем возвращение на престижный отель? Плюс одна вода, плюс топор. И кота принесла. Это болеет слишком, мы должны, чтобы что-то здоровье Долорес подкачивает. А нахера мне кот? Еще одно реально лицо. Нахера она кота какого-то принесла? А кота можно скавать? Истощение? Блин, ну истощение это ему есть надо. А можно сожрать кота? Блять, мне очень срочно нужна... Блин, вот это тоже покормить надо. Нужно Мэри Джейн, нужно дать поесть. Все, Мэри Джейн я даю поесть. Мы как раз поделились впечатлениями из книги, которую мы прочитали. Все, я всем даю. Мне главное, чтобы мне аптечку завезли. Блять, воду не дал. Просто мне нужно, чтобы завезли аптечку, пожалуйста. Да. Пожалуйста, есть что-то? Мне дали карту. Мне нужна экспедиция. Очень голодна Мэри Джейн. Тед выглядит довольна. I want cake. Ну, давай, да. Все. Сейчас мы еще раз отправим ее. А, мы мать отправим, наверное. Нет, мать может умереть, да? О, Тед выздоровел! Тед выздоровел! Он сразу идет. С картой. Сюда. Сюда. Все хорошо пока что. Да я воды всем дам, просто чтобы у них все было хорошо. Просто живите. Все. Все, идем. Жену покорми, сейчас покормим. Ну, еды не так много уже, но надо кормить, чтобы она выздоровела. Пока все хорошо. Что с Шариковым сделали? Я что-то не прочитал. А, и мы покормили его, да? А где кот? Не успели добраться до нашей улицы, как нас остановили двое мужчин в темных плащах. Незнакомцы потянулись к коту, сказав, что как раз его искали, и что это питомец одной старушки, которая по нему сильно скучает. Пожав плечами, мы повернули обратно к убежищу. Судя по всему, кот был не против, и поэтому мы возражать не стали. Хорошо, что не... Мэри Джейн умирает с голоду. А что за хрень? Кота отжали. Пожалуйста, поправься. 30-й день, где армия? Блин, у меня очень она болеет сильно. Это странно. Она к моему возвращению может не выжить. Вместо патронов предложили шашки. Наш гость смешался и попытался нам объяснить, что такое патроны. Мы прикинулись дурачками. Было очень смешно, пока он не ушел с нашими шашками. Мэри Джейн все еще чувствует усталость. Долорес все еще больна. На свете есть только одна вещь, которая нужна. Вода. Пейте воду. Топор. Близнецы вернулись, как обещали, просят о помощи. И группа уцелевших слишком большая, им нужен новый лагерь, где на всех хватит места. Поэтому не помешали бы рабочие руки и топор.
так, как нужно строить дома. Отправим кого-нибудь им на помощь. Да, 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 гоу. Найс, все норм идет пока что. Дайте аптечку, а. Так, что у нас тут получается? Мы загнали несколько занос, но зато дело сделано, это было даже весело. Мы почувствовали себя как тогда, когда строили шалаш в деревне в нашем саду. Здоровье Долорес больше не испытывает жажду. Ну все, ей нужно просто вылечиться. С самого утра мы странно чувствуем, будто кто-то или что-то следит за нами. Можем поклясться, мы видели двигающиеся тени. Если кто-то, кроме нас, живет в этом бункере, самое время показать, кто в доме хозяин. Ружье. Сюда! Кент вернулся! Кент вернулся. Сегодня утром мы обнаружили, что шариков... И шариков! Кот вернулся! Интересно, все дело в нашей доброте и заботе или в оптимистичном настрое? Конечно, кот Хавку увидел, поэтому и вернулся. Мы решили, наконец, выбраться, осмотреть наш задний двор. Плюс две еды. Нашли плюс две еды. Плюс две воды. Минус карта. Тед очень устал. Так, что они? Болеет истощение. Истощение, усталость, голодание. Истощение, усталость, голодание. Все, тогда мы Теду сейчас вот это даем. Болеет истощение. Все, пускай, короче, кушают и все, и спокойно живут. Мы сейчас ее отправим. Камбэк. Они предлагают... А мне нет, что мне нечего. Реально, кот, ну коты затащат. Блин, когда она поправится? У нас радио появилось, кстати. Появилось радио. Блин, ну она больная, я ее с пустыми руками, наверное, отправлю. Я не хочу ее ни с чем отправлять. Она, кстати, не особо хочет что-то. Болеет истощение. Или ее лучше не отправлять? Да нет, не вернется. Бог с ней. Значит, и не надо было. Как говорится, боженька все видит. Так. Это все еще не восстановил силы. Восстанавливай. Все, нормально. Мы просто живем. Мы ждем армию, пока придет. Мы ждем, пока придет армия. У нас очень много всего. У нас кот довольный. Самый довольный в этом бункере это кот, ребята. Должны подарить ей что-то. О чем она, каждая девочка, запертая в маленьком убежище. На тебе баллон. Мне кажется, девочки иногда мечтают о баллонах. Все, норм. Я же говорю, баллон сработало. С ума сходит от всех этих новободных дезодорантов. Спрей от насекомых, похоже, действует так же. Мэри Джейн была в восторге. О! Очень голодно. Мэри Джейн отдохнула, постоянно теряет сознание. Голод, истощение, обезвоживание. О, все, надо воды им давать. Так, открываем. Опять кота забрали, что ли? Блять, опять. А, нет, все нормально. Плюс две воды! Опять! Мэри Джейн очень голодна, больше не хочет пить. Блин, ну что, опять еду им давать? Голод, усталость, голод, истощение, истощение. А истощение это из-за голода, да? Правильно я понимаю? Почему ему так везет? Потому что, ребята, везет... Тому, кто везет. 38-й день пошел. Где армия? О, котяра довольный. Сидит, суп нахавал из банки. Сидит. Усы умывает. Так, все, здесь все норм. Тед больше не голоден. Ну, все, отлично. Так, идем. Ребят, 40-й день. Какие сапки? Сейчас жонка еще вернется, притаранит что-нибудь. Мэри Джейн, что умоляет, чтобы ей дали воды. Очень голодна. В смысле? Ты только что пила? Тед и Джейн в последнее время часто спорят. Ну, батя выиграть должен, естественно. Ой, пила точнее.
ну что там оно? О, плюс... Ой! Какое недоразумение! Нормально, все нормально. Опять нужна помощь. Сегодня приходили близнецы и рассказали нам последние новости. Хорошая, лагерь построим. Плохая, когда они строили лагерь, то не заметили гнездо тараканов-мутантов. Изи. Сейчас нам еще аптечку, если дадут какую-нибудь. Так, господи, у меня такой бункер. Просто каждый желает в него попасть. Идет Кен с топором. А, может карту взять, поставить куда-то? А, порванная карта. Так, все, он идет. Мэри Джейн теряет сознание. Нужно дать ей что-нибудь попить. А сколько тебе пить-то нужно? Все. Погнали. Вылазка. Все. Чел, читай, куда отправляешь. Твой крутой бункер не поможет, если ты не знаешь, куда отправляешь. Дружище, 50 дней говорят за себя. Все, красиво. Поехали. Просто ждем, когда вернется батя с аптечкой и с едой. Она вообще может чилить, у нее столько всего. У нее столько всего. Сейчас радио уже, связь, я так понимаю, будет, да? По радио. Покушай и попей водички. Все, нормально. Ждем возвращения бати. Да батя вернется. У меня Анубис. Батя вернется 100%. О! Когда мы почуяли запах дыма, то быстро понял, как сильно мы любим... Мы любим старый, но горелый запах. Пожар! Нам нужно его потушить и спасать наши запасы. Мы не успеем спасти все, что хватаем в первую очередь. Радио, естественно. Да, радио я не проебал. А что они хотят, военные? Подать сигнал своим с помощью фонарика? А, однажды... Ну, близнецы сейчас лагерь сделают, и сигнал фонарик нужен. Агенты, которые шпионили, теперь стучатся в дверь, желая все объяснить. Стоит ли слушать? Да, конечно, это же агенты. О, все красиво. Помахав перед нашими носами каким-то удостоверением, мужчины сообщили, что они находятся на сверхсекретном правительственном задании, а провод этот нужен для слежки не за нами, а за котом. Мол, наш Мурзик слишком уже смахивает на советского шпиона. Еще незнакомцы пообещали взять на свое супертайное правительственное убежище, если мы поможем, выполняя какие-то диеты. Ну и все. Все, ну, все красиво получилось. Так, где батя? Батя вот-вот должен вернуться. Позволяет немного поесть. Мэри Джейн постоянно теряет сознание. Нам нужно ей дать что-нибудь попить. Да воды вообще не проблема. Вот так выглядит теперь наша жизнь. Сидеть без дела в убежище. Мы знаем, что замок сломан. И еще мы видели, как они пополняли запасы до взрыва. Может, пойдем посмотрим? Да ясно, наверное, надо идти. А ты, они все шпионы. Сюда достижения дали. Я что-то спиздил. Ой-ой-ой, сколько всего. Плюс карта. Плюс двух. Противогаз. Вонючий сыр и противогаз. Мы, походу, к Славе домой зашли. Да, можно поесть, попить, водички. И в экспедицию собраться. Кто же пойдет наружу? Естественно, Мэри Джейн. Просто вообще так легко живу. На таком легком. О, а что это с ней? Она заболела? Плюс топор. А что с батей? Не понял, стоп. Почему батя перечеркнут? А. Бля, ну она больная, не вернется же, да? Корми, чтобы вылечить? Тогда здорово, пока не отправляй. Старый, у нас сейчас здесь две грязюки сидят. Надевай противогаз, я сып, иначе сейчас тебе насыпем. Извините, кто это? Ответ есть на вдаль.ру.
Читаю. Алиса, из хватит! Все, никого не отправляем тогда. Просто кормим. Просто кормим ее. Просто кормим. Да мы отправим, отправим, найдем кого. Просто пока кормим. Еды хватит. У нас два рта всего. Не, ну а ей лучше становится, точно. Сегодня мы слышим какой-то шум, доносящийся на поверхность. У меня такое впечатление, что из зоопарка сбежали, и теперь они бегают за нашими головами. Может, у нас получится поймать какое-то свежее продовольствие? Кто пойдет наружу? Малышка пойдет наружу. Поймает, поймает сейчас что-то она. Блять, не поймала, похоже. Да и норм. Да и норм, и норм. Все, я просто выживаю спокойно, вообще на легком. В принципе, я и не планировал по-другому. Открыть, да? Все, радио выходит на связь. Блять! Меня крыса заразила какая-то. Тед голоден, сильная усталость, ему нужно немножко, чтобы восстановить силы. Так, все, мы просто восстанавливаем силы сейчас. Просто восстанавливаем силы. Если хочешь выжить, тут каждый сам за себя, это факт. Нормально, нормально, просто кушай, брат, просто кушай. Просто кушай. Просто кушай. Надо кота, кстати, гнать, реально. Кот мутный и заразный выглядит. Выглядит вообще нездоровым. Наше мусорное ведро уже смотреть противно. С другой стороны, это даже хорошо. С вечно испорченным аппетитом мы экономим запас еды. Несмотря на это, нам хочется сделать уборку. Огромные зеленые тараканы только придают нам мотивации. Все, мы сейчас убираем тараканов. Так, пока без экспедиции. Да даже если кот выживет, будет хорошо, ребят. Тед еще не выздоровел. Ну так давай, выздоравливай, Тед. Истощение. Ну ладно, одному уже легче. Какой сегодня прекрасный спокойный день, как на нас напали. Банда проходимцев ломится в нашу дверь, требуя вывести белый флаг и готовится к жесткой расправе. Ни один из вариантов нам не понравился. Что же делать? Дать отпор нападающим, что будет, если они вернутся. Тед выздоровел. Сюда! Собираем экспедишн. Кот весь день не сводит глаз. Котик, поешь спокойненько, все хорошо. И теперь в экспедицию. С противогазом. Ребята, кто не рискует, гений удачи. Гений удачи. Вот. Серьезно, каждый, кто на этом стриме, ребят, у вас удача просто x2. Поехали. И так время быстрее пройдет. Я вернулся? Блять, а почему он никогда один не уходит, типа? Это хуйня. Это развод. Это бред. Ну, типа, это бред. Почему вы не сказали, что бункер спиздить могут? Не, это ребят, это игра говна просто. Извиняюсь за выражение, но это фигня полная.